Я не считаю ступени, когда поднимаюсь вверх. Я считаю лишь вспышки обращенных на меня фотокамер. Вечерние и повседневные платья «Адрес». И ты в центре внимания. Соммера 2. Женская одежда для тех, кто только пробует, и тех, кто уже умеет. Кокка. Все легально, модно, дерзко, сексуально. Кокка Пролетарская 55 и новая Кокка на Мира 48. А в это время в Смоленске продолжается День России. Там молодожены решили ехать в ЗАГС только на танке. Если быть точным, то на бронированной разведывательно-дозорной машине. Все остальное для слабаков. Да и непатриотично как-то. Кому принадлежит транспортное средство, не уточняется. Однако на фотографиях видно, что есть госномер. По информации источника, владелец был оштрафован на 1500 рублей за неправильную парковку. Дорогие водители танков, паркуйтесь, пожалуйста, правильно. Тем более у ЗАГСа. Другие что же хотят? Вот что вы знаете о бананах. Что их можно есть, можно не есть, можно споткнуться на кожуре. Но и это не все. Голландский художник Стефан Бруше доказал это легко и играючи. Он выбрал для себя необычный объект для рисунков – банан. Мишки, собачки, жирафы, Мэрилин Монро. Вот Битлз переходит дорогу по пешеходу. Полотна австрийского гения Густава Климта. И еще много-много-много кого. Один только минус у этих шедевров. Ни до какой выставки их не довезешь. Ведь бананы имеют свойство быстро чернить. Ну или есть бананы и работать Стефану Бруше надо прямо под дверями музея. И сытым, довольным идти на открытие персональной выставки. Надоело быть маленькими-миленькими? Никогда вы не услышите ничего подобного от этих малышек. Ведь у них миленький, маленький и, главное, свой собственный городок. В этом милом сердцу селении есть все, что нужно хомячьему сердцу. Магазины, кофейни, книжные лавки и много-много еды. Этот чудесный город выстроили специально для рекламы одной компании пищевой продукции. 1325 мелких деталей, 1984 рабочих часа и бесконечное число атомов и молекул умиления.